68 год рождения, 23 мая. Адрес проживания. Улица Гузовского, 14. Гузовского, 14. Помещение 9. Кабинет 16. Помещение 9, квартира 16. Кабинет 16. Кабинет? Смотрите, у нас сейчас пандемия коронавируса. Вот видите, смотрите, вы в масках, да? Это за организация? Да. Вы какую-то организацию представляете? Нет, я физическое лицо. Физическое лицо. Ну, если так, я кандидат. У вас кабинет. Кабинет, кандидат. Кандидат в депутаты по 18 округу на предстоящих выборах. Что за кабинет? Юридический кабинет. Юрист я. Смотрите, меня все знают, даже министр внутренних дел Чувашии, и прокуроры Чувашии, и главы администрации Чувашии, и в РИО Николаевич. Семь. Ага. Вот пусть выясняет. Вы Степанову звоните? ОП-4? Я не Степанову звоню. ОП-4? Нет, я делаю сообщение на 02. А, 02? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, делайте сообщение. Просто это надо реально пресекать. А то вот эти веселые показания, так, когда у нас 30 человек болеет, да, с коронавирусом ежедневно, а в Ульяновске по 120. Это ситуация в целом Чувашской республики. Там, смотрите, очередь, там 15 человек стоит в очереди. Вот так плотно стоит. В России, в том числе, дети и так далее. Вот. На территории залива, а именно... Возле монумента матери покровительницы. Две точки. Вот эту точку курирует, кстати, крышует депутат ЧГСД Антон Ковалев. Имеются. Я уже видео делал позавчера. Проката. Чего-то, а насчет того мне дали... Прокат велосипедов? Да, а на тот мне дали телефон. Но, к сожалению, зовут его Эдуард, он не взял трубку. Велосипедов. На что они не имеют права. Ограничения, последние ограничения сняли на бани, сауны и бассейны. Да, и фитнес-центр. Ну вот оказание услуг по прокату велосипедов и так далее.